первые дни мая в Казахстане сохранится неустойчивая погода. Холодные атмосферные фронты с Поволжья вызовут дожди и грозы в большинстве областей республики. Антициклон не дойдет лишь до юго-восточных и восточных регионов Казахстана. Буквально на днях здесь лежал снег. В ближайшие дни температура повысится до 27 градусов тепла. В столице завтра, 4-5 мая, без осадков. Ночью температура 10-12, днем 23-25 градусов тепла. 6 мая временами дождь, ночью температура 8-10, днем 17-19 градусов тепла. По городу Алматы 4-5 без осадков, ночью температура 8-10, днем 23-25 градусов тепла. 6 днем дождь, гроза, ночью температура 14-16, днем 26-28 градусов тепла.